Друзі, всіх вітаємо. Говоримо абсолютно усіма мовами світу у форматі нашого великого марафону, аби ми були доступними і зрозумілими для якомога більшої кількості людей у світі. І зараз будемо працювати російською мовою. Я представляю Євгенія Кисельова, известнішого журналіста, медіа-менеджера, телеведущего, політичного обозревателя. Євгенія Олексійовича, вас рада привітати. Слишком длинний список. Привіт, Анна. Точно не медіа-менеджер, уже давно. Но, знаете, известнейший медиа-менеджер, этого никто уже не сотрет из вашей биографии, так что... Ну, тогда добавьте еще в России провозглашенный иностранным агентом. В новом списке Минюста РФ чуть ли не под номером один, который неделю назад был опубликован. Да, Евгений Алексеевич, ну раз уж мы коснулись этого момента, то там список совершенно отличающихся от прочих иноагентов, потому что вы более страшный, более ужасный, а более устрашающий для режима, потому что это, насколько я понимаю, список связан, этот список связан с теми, кто является злостными нарушителями там всего, что можно, и даже прав человека, всего, что только можно в Российской Федерации. Вас поздравлять можно, я так понимаю, с этим делом. Ой, вы знаете, я праздную, как в старину. Знаете, есть такая байка про то, что когда император Александр III отдыхал в Крыму, и без надзора остались его кавалергарды в Петербурге, они так гуляли хорошо, что забыли поздравить его величество с тезоименинством. И послали в Крым телеграмму, что, мол, третий день пьем здоровье вашего величества, на что император ответил, пора бы и кончить. Вот я примерно так же уже, который день пью здоровье идиотов, которые, значит, присвоили мне это почетное звание. На самом деле я действительно страшно доволен, я считаю, что это признание моих заслуг, я действительно иностранный агент. В некотором смысле, иностранный агент Украины в Российской Федерации. Я пытаюсь достучаться до тех, кто еще способен мыслить и понять, что на самом деле происходит, в том числе с Россией, с русскими. Евгений Алексеевич, ну да, совершенно верно, признание заслуг, я вас с этим поздравляю всячески, но вот мы бы с вами могли сказать, пьем здоровье, здоровье ментальное, здоровье душевное, да, если бы можно было верить в какое-то оздоровление души и вообще в ее существование, да, у тех субъектов, о которых мы сейчас будем говорить, потому что, ну вот то, что происходит, говорит лишь о том, что эти души мертвы и, к сожалению, ведут к смерти все, с чем соприкасаются. Потому что наша неделя, вот неделя, которую мы с вами сейчас обсудим, она, конечно, полна боли, она полна ужаса войны, но все-таки она полна надежды на появление вот некого переломного момента в этой войне, приближающего нашу неизбежную абсолютно победу. А ближайшие две недели станут решающими, об этом говорят, как вам известно, ну, абсолютно все аналитики, все военные эксперты, ну и в нашем высшем политическом руководстве тоже об этом говорят. При этом также мы слышим о том, что в окружении Путина разброды, шатания. Вот мы сейчас это с вами все обсудим. Давайте обсудим. Да, Евгений Алексеевич, потому что еще в конце марта, а именно 25 числа, после выступления начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерала Сергея Рудского, мировые аналитики начали убеждать нас с вами, всех наших зрителей, о том, что Российская Федерация меняет тактику. Потому что выступление то было крайне неожиданным. Задача там была сформулирована иначе, чем ее формулировал Путин, он же верховный главнокомандующий российской армии. И вот Рудской говорил, что мы больше не собираемся занимать города. Более того, никогда не планировали этого. Мол, задача была только укрепить независимость Ордло, расширить ее до границ Луганской и Донецкой областей Украины. Ну и за этим, как мы помним, действительно последовал отвод войск из Киевской и Черниговской областей. И вот сегодня CNN говорит нам с вами и показывает фотоснимки, спутниковые снимки, большой и долгой. Они пишут 8 miles, 8 миль, колонна войск Российской Федерации, которая движется на Харьков. Это очень четко видно со спутников.
Вот, например, Андрей Пиантковский сразу же отреагировал, он говорит, что в Кремле идет борьба между бешеными и прагматиками, и прагматики поняли, что Харьков им никогда не взять. Ну, вот эти колонны, которые движутся, это только средство устрашения и ничего более. А как по-вашему, возможно еще там, в Кремле, какая-то битва, какая-то борьба позиций, тактик, брать какой-то город, не брать? Вот как вам это видится? Ну, вы знаете, мне очень сложно спорить с таким тяжеловесом современной политологии, как Андрей Андреевич Пиантковский. Я лишь осмелюсь робко себе заметить, что уважаемый Андрей Андреевич предсказывал неминуемое падение путинского режима еще так лет 15 тому назад. И как-то вот я все жду, когда же он наконец обрушится. На самом деле вот сейчас, наверное, впервые появился реальный шанс того, что путинский режим начнет давать трещины, или, может быть, уже начал давать трещины, и срок его вот теперь уже точно отмерен. Но в любом случае, я полагаю, что Кремль по-прежнему остается черным ящиком. Информация оттуда утекает крайне мало, в основном утекает она в виде разного рода слухов и сплетен. Да, у некоторых людей остались какие-то источники информации в России, в Москве. Я имею в виду тех, кто оттуда уже давно уехал. Я в России не живу уже почти 15 лет, и мне крайне сложно судить о том, скажем, какие в обществе настроения, что люди думают, о чем они шепотом говорят на кухнях. Я четко понимаю, что по телефону сейчас никто не общается откровенно друг с другом, да и при личных встречах россияне стараются говорить о чем угодно, кроме войны и кроме политики. Вот это, поверьте, я точно знаю. Что вернулись времена не то что брежневские, сталинские, когда лишнее слово люди боятся сказать, даже при общении с вчерашними друзьями, с вчерашними знакомыми, даже с родственниками. Вот боятся говорить, потому что как бы две причины существуют. Во-первых, пропало доверие в отношениях между людьми практически полностью. И во-вторых, знаете, вот есть такой еще феномен, люди, которые не потеряли здравый рассудок, которые понимают, что творится ужасное зло, творится чудовищные преступления, творятся, они просто боятся натолкнуться на совершенно другую реакцию и на другое восприятие со стороны людей, которых они считали родными и близкими. А это безумно больно. Представьте себе, вы начинаете говорить с ближайшим другом, подругой, близким родственником, и вдруг слышите из них, из их уст повторение вот какой-то чудовищной, галимой кремлевской пропаганды. И вы понимаете, что перед вами уже не друг, не сват, не брат, а человек, который полностью индоктринирован, который полностью попал под влияние вот этой самой кремлевской жуткой пропаганды. И люди перестают общаться с друг другом просто из страха столкнуться вот в который раз с таким отношением к происходящему в стране и к происходящему в Украине. Потому что, ну, многие отказываются в это верить еще, поэтому говорят, особенно старики. Вот, ну, очень трудно, понимаете, вот людям, стараюсь все-таки какие-то вещи понять. Вот очень трудно людям, которые находятся в преклонном возрасте, которые чего только в своей жизни не прошли, которые застали и голод, и холод, и войну, и послевоенные тяготы, и сталинские репрессии, и чего только не застали. Им очень сложно смириться с тем, принять то, что вот неожиданно их страна стала фашистской страной. Стала страной, которая не имеет ничего общего с той страной, в которой они жили.
по крайней мере, считали, что они живут с той страной, которая когда-то была жертвой гитлеровской агрессии, той страной, которая переживала сталинские репрессии и кое-как их пережила и сумела хоть частично, но оздоровиться. А потом вот незаметно для огромного количества людей, для миллионов людей, опять сползла, вот это даже не болото, это хуже, это сползла в какую-то новую фашистскую клоаку. И вот старики, не случайно многие сейчас умирают. Вот вы знаете, я огромное количество хороших, честных, порядочных людей, доживших до глубокой старости, вот одни, что называется, стали уходить один за другими. Может быть, потому что вот не в состоянии этого пережить, потому что это такой чудовищный стресс, я полагаю, что это такое чудовищное потрясение, что проще не жить, проще умереть. Евгений Алексеевич, действительно, это невозможно пережить и невозможно принять, и совершенно точно это колоссальный стресс, и более того, это такое, знаете, обрушение картины мира, полное, абсолютное, и эти осколки, они режут душу, которая жива, да, вот если душа не умерла, то они просто ее кромсают. И очень больно, конечно, как с этой болью жить и как ее преодолевать, вопросы на эти ответы, вот они сегодня каждый день просто, да, они приходят к нам и в личные сообщения, к вам, я уверена, что вас просто ими заваливают. Раз уж мне пишут вот такие вопросы, то вам и подавно. Вы знаете, вы удивитесь, но мне практически перестали писать, за исключением там очень небольшого количества совсем доверенных, проверенных старых друзей и родственников, вот почти перестали писать из России. И раньше-то не особенно писали, но писали. А сейчас почти гробовое молчание. Люди боятся. Вот поверьте мне, люди боятся. Люди обсуждают иногда, как я знаю, с друг с другом, какой там мессенджер более надежный. А то не дай бог какие-нибудь там ФСБшники заметят, что я состою вот в переписке с врагом народа, с иностранным агентом Евгением Киселевым. Лучше я не буду писать вообще. То есть у моей одной очень хорошей знакомой, не буду называть ее фамилию, недавно на днях был день рождения, я ее коротко поздравил, пожелал в наши трудные времена как-то оставаться самой собой. Она мне так сухо-сухо ответила: спасибо. Да, обычно я раньше от нее получал какие-то длинные тексты с поздравлениями, в смысле с благодарностью за поздравления, с вопросами о том, как мои дела, как я живу, что в моей жизни происходит. Ну, может быть, и так понятно, что в моей жизни происходит. Но, понимаете, вот сказав все это, давайте мы все-таки вернемся на реальную почву тех событий, которые происходят. Я начал говорить о том, что никто не знает, что происходит в Кремле, и действительно... Я бы сейчас поостерегся от того, чтобы давать четкие прогнозы относительно того, а что там дальше будет в высших российских сферах. Потому что есть разные варианты. Бывает, что в такой ситуации, как сейчас, элита консолидируется, а не раскалывается. Вот парадоксальным образом возникают ситуации, когда, столкнувшись с трудностями, руководство того или иного государства не начинает выяснять, кто белее и чище, кто пушистее и кто не несет ответственности, а кто несет ответственность за допущенные ошибки, просчеты и так далее. А бывает ситуация обратная, когда все эти разногласия откладываются, и люди начинают сплоченнее быть, даже если они служат некоему злу. Поэтому смотрите, давайте просто коротко скажем, что мы имеем вот на сегодня, на сегодняшний день, на 10 марта
2022 года. Вот коротко. Смотрите, мой тезис номер один. Путин эту войну уже проиграл. Вот. Чем бы ни закончилась попытка прорыва на Донецко-Луганском направлении, чем бы ни закончилось движение вот этой колонны, про которую вы чуть раньше говорили, чем бы ни закончилась попытка окружения группировки украинских вооруженных сил, которая много лет уже противостоит оркам на Донбассе. Война уже проиграна, потому что Путин начал ее для того, чтобы войти в историю как русский богатырь, как былинный герой, который положил на лопатки всех врагов отчизны и стал таким вот Иваном Калитой 21 века, объединившим вокруг Москвы прежде утерянные славянские земли. А войдет он в историю как человек, который хотел за 3 дня взять Киев и устроить там парад, а в результате оттуда вынужден был ретироваться. Как военный преступник, которого призывают отдать под суд уже практически все лидеры крупнейших государств демократического мира. Он войдет в историю как человек, который стал там Саддамом Хусейном номер 2. А некоторые там его и с Гитлером уже сравнивают. И я считаю, что во многом это сравнение справедливое. То есть он уже не добился того, чтобы войти в историю со знаком плюс хотя бы для части своего народа, или, скажем, для части населения Российской Федерации. Больше того, он еще войдет в историю как человек, который запустил небывалый, можно сказать, никогда никем не предпринятый негативный проект, а именно попытку вернуть народное хозяйство, экономику огромной страны в далеко ушедшее прошлое. Вот посмотрите, что сейчас происходит с российской экономикой, с социальной сферой, с общественной жизнью. Страна стремительно возвращается туда, откуда она когда-то в 90-е годы отчаянно, прикладывая к этому невероятные усилия, пыталась выбраться. И в достаточной мере в этом преуспела. А сейчас небывалый системный кризис наступает в российской экономике, который люди еще не почувствовали, может быть. Почувствовали те немногие, кто привык пользоваться карточками Visa и MasterCard, часто летать за границу и покупать товары в дорогих бутиках в Москве и Санкт-Петербурге, пользоваться еще какими-то благами современной цивилизации, недоступными большинству, 75-80% населения страны. Вот те, которые режут сейчас, или, скажем, пытаются, говорят, что сумочки Шанель оказались прочнее, чем думали эти гламурные барышни, но вот эти вот гламурные барышни, которые пытаются демонстративно на камеру и потом выкладывать где-то эти ролики с тем, как они возмущенно режут на клочки сумочки Шанель, которые им перестали продавать, вот эти уже почувствовали, да, но почувствовали вот не так, как почувствуют это и прочувствуют это люди среднего и низкого достатка, как прочувствует это вообще вся российская экономика, которая сейчас постепенно начнет катиться в тартарары. Ну, может быть, не совсем в тартарары. Смотрите, я тут на днях посмотрел документальный фильм, ну, или, скажем, такую большую программу в документальном жанре, снятую про Иран, которую подготовил известный российский журналист Алексей Пивоваров. Он поехал в Иран и вот на своем YouTube-канале, который называется «Редакция», выложил этот фильм, в котором рассказывается, вот как живет Иран, страна, которая находится
под санкциями уже не то что много лет, много десятилетий. Вот я всем советую, кому интересно, прежде всего, кто смотрит нас в России или кто смотрит нас в третьих странах, кто недавно, может быть, как многие, уехал из России, потому что жить там стало, мягко говоря, неуютно или просто противно. Вот просто посмотрите это кино. Оно, скажем так, не безупречное. Там есть мелкие ошибки, связанные в основном с неглубоким знанием иранской истории, иранских реалий. Ну, я профессионал в этом смысле, я об этом могу судить, потому что я когда-то начинал свою профессиональную карьеру как востоковед, как иранист, успел даже поработать в Иране год, пожить там и немножко лучше понимаю некоторые тамошние реалии. Но это на самом деле весьма впечатляющая картина того, какой может оказаться Россия через год, два, три. Потому что грядет небывалый системный кризис, которому даже Китай не поможет. И, кстати, большой вопрос, а захочет ли Китай выручать Россию, захочет ли Китай России помогать? Я думаю, что Китаю значительно более выгодно будет дождаться того момента, когда Россия, когда-то встававшая с колен, опять на эти колена опустится и даже займет, я бы сказал, там еще более малоприличную позицию. И вот тогда вот Россию, которая встанет на карачки, на четвереньки, вот тогда, значит, с нее поиметь по дешевке все, что можно поиметь. Евгений Алексеевич, ну, значит, всем смотреть Пивоварова, да, рекомендуем. А вот этот выпуск о том, как жить под санкциями, да, вы вот... Ну, да, сейчас... этот выпуск, там, он сделан по всем правилам, по которым сейчас дозволено существовать средством массовой информации. Там не употребляется слово «война», там не говорится ни слова о том, что происходит в Украине, что происходит в Буче. Но между срок, за кадром, это постоянно читается, это постоянно присутствует. И самое главное, там звучит в конце очень важный и нужный вопрос. Ну вот иранцы, они сумели кое-как приспособиться к жизни под санкциями. Но это разве та жизнь, ради которой стоит, что называется, копья ломать? Вот зачем это, ради чего нужно погружаться вот в такую жизнь, вот в такое бытие? В чем смысл? И там, кстати, говорится о том, что примерно одна из самых больших в мире диаспор, это иранская диаспора. Примерно 4 миллиона человек. Это 5% населения страны. Ну, я думаю, что русская диаспора сегодня в мире очень быстро окажется примерно такого же размера. А что это означает? Это означает то, что будет совершен негативный прорыв в отрицательной селекции российского общества, которая и так продолжалась на протяжении десятилетий, особенно последних. Вот результат этой отрицательной селекции – это то, что армия превратилась в орду. То, что солдаты этой армии превратились в насильников и мародеров, в военных преступников. Это же не просто так возникло. Это результат того, что было сначала в Афганистане, потом в Чечне, потом еще раз в Чечне, потом в Сирии, потом в Грузии, точнее в другом порядке. Сначала в Грузии, потом в Сирии, потом в 2014 году в Крыму, и после 2014 года продолжалось много лет. Не в таких, как сейчас, разумеется, масштабах, но война шла на востоке Украины. Сначала в активной фазе, потом больше в позиционной. Но эта война продолжалась. И мы прекрасно понимаем, что вот эти первые и вторые армейские корпуса так называемых там народных полиций, или как они там называются, я даже там
думать об этом не хочу, как это правильно назвать, но прекрасно понимали, что это кадровые российские военные, которые либо в отпуск ушли, либо конспиративным образом уволились в отставку, либо пошли туда добровольцы. В общем, все эти «их там нет», и на которых держался так называемая армия, так называемых ЛНР и ДНР, это тоже русские военные. Ну и вот докатились до жизни такой, которую имеют сейчас. Евгений Алексеевич, вот докатились до жизни такой, чудовищные трансформации, которые случились. И Я не договорил, я потерял, может быть, в какой-то момент, на секундочку, мысль, которую я хотел довести до конца. Понимаете, вот я люблю одну такую литературную практически историю. Был такой замечательный писатель и литературовед Бенедикт Сарнов, который оставил очень интересные мемуары. Он, к сожалению, уже умер, нет его в живых. Но он описал чудесную историю из своей молодости про то, как он, будучи молодым литератором, со своими друзьями отдыхал в Крыму. И, гуляя по набережной Ялты, вдруг кто-то сказал: а вот ведь отсюда в 20-м году врангелевцы драпали. И присутствующий при этом немолодой человек неожиданно вмешался в их разговор и сказал: молодые люди, врангелевцы не драпали. Врангелевцы отступали в организованном порядке, без всякой паники и суеты. Отступала российская армия. Они с ним разговорились, выяснилось, что это был человек там удивительной судьбы. Игорь Кривошеев, который был сыном врангелевского премьер-министра, Кривошеева-старшего. С ним очень многое происходило, потому что он сначала эмигрировал вместе с отцом, жил во Франции, потом участвовал во время Второй мировой войны в сопротивлении, и как многие русские эмигранты, которые потом после Второй мировой войны, охваченные волной патриотических настроений, решили вернуться на родину, в Советский Союз. И попал, конечно же, очень быстро в ГУЛАГ, в лагеря, откуда вышел только после смерти Сталина. Вот. И вот тогда он разговаривал с этими самыми молодыми литераторами. Они его спросили: слушайте, а вот когда вы вернулись в Россию, вы человек, который помнили Россию до 17-го года, вот что вас поразило? Что осталось прежним? Он подумал и ответил: только снег. Вот, замечательная фраза. Только снег. Кстати, забегая вперед, я скажу, что вот потом, уже спустя какое-то время, этот Игорь Кривошеев принял решение просто-напросто эмигрировать на Запад обратно. И уехал из Советского Союза. И закончил свои дни опять в Париже. Но вот понимаете, я к тому говорю, что от той России, которая когда-то существовала, которая дала миру Толстого, Чехова, Бунина, Рахманинова, Чайковского, Репина, Сурикова и прочих великих деятелей великой российской культуры, сегодня остался только снег. Больше того, только снег остался даже от той России, в которой я жил в 90-е годы и думал, что впереди счастливое светлое будущее. А остался только снег. И я думаю, что вот тогда уехало несколько миллионов самых образованных, я имею в виду, в 17-м году и после него. Самые образованные, самые лучшие люди покидали. И Россию, кстати, и Украину тоже. И Украина же от этого потерпела едва ли не больше, чем Россия. Потому что оттуда тоже уехали очень много светлых,
самых прогрессивных, самых образованных, самых продвинутых людей вынуждены были уехать и жить в Европе и в Америке. И то же самое повторяется сейчас. И это, к сожалению, невосполнимая история. Если сейчас постепенно, уже, по моим оценкам, уехали десятки тысяч, а постепенно уедут миллионы. И это приведет к окончательной деградации России как государства, как общества. Это печально. Но прежней жизни уже не будет. Имейте это в виду, дорогие россияне, если вы сейчас нас смотрите. Да, конечно, смотрят, Евгений Алексеевич. Это печально, но неизбежно, да, исходя из того, что вы сейчас рассказали, этих причинно-следственных связей, но они же никуда не исчезнут. И вот вы говорите сейчас о такой программе самоуничтожения, которая уже запущена, о такой, знаете, о таком самоубийстве, ну, экзистенциальном, но мы понимаем, что за вот такой смертью экзистенциальной всегда идет онтологическая, ну, то есть самая настоящая смерть. И когда вы рассказываете о вот этом тотальном страхе и о том, как журналисты сегодня, прекрасные, хорошие журналисты, да, вынуждены работать, каких слов они вынуждены избегать в России и так далее, и хоть как-то пытаются достучаться до своих сограждан, и ваша знакомая, которая боится ответить на поздравление с днем рождения, то здесь правда следует всем, кто нас сейчас смотрит в России, помнить о том, что страх убивает, это не просто фигура речи, а ну, самое что ни на есть осязаемое. Это подтверждал своими опытами основатель теории стресса Ганс Силье. Помните его эксперименты, когда он привязывал овцу рядом с волком, связывал эту овцу, и она, будучи лишенной возможности действовать, возможности быть активной, умирала от страха. Она умирала очень скоро, просто будучи парализована и уничтожаема этим самым страхом. Так вот, это все абсолютно реально, друзья. Это все реально. Это не какие-то, знаете, наши просто размышления. Да, действительно. А вот то, о чем сейчас вы сказали, значит, вот как это все случилось, да, как они дошли до жизни такой. И, собственно говоря, как весь мир дошел до жизни такой, потому что я вот прочла статью прекрасную в Guardian, свеженькую, кстати, всем рекомендую, значит, называется «Understanding Vladimir Putin, the man who fooled the world». И дальше автор, значит, задается вопросом о том, Гидон Рахман, да, написал, известный человек, известный исследователь, он... Так, ведь Путин демонстрировал свое реальное лицо уже очень давно, и мир им восхищался в лице некоторых его представителей сильных этого самого мира. Он говорит и о Си Цзиньпине, он говорит и о Трампе и так далее. И вы знаете, я недавно беседовала с Радославом Сикорским, мы вспоминали скандал, который возник вокруг его интервью «Политико» в 2014 году. А он, помните, он тогда был фактически вторым человеком в Польше, спикером Сейма. И он осмелился сказать о том, что Путин когда-то в 2009 году предлагал... Скандал понесся нешуточный, сказали Сикорский, да как ты смеешь вообще об этом говорить вслух, как мы можем в публичной плоскости произносить подобные вещи. Он кричал тогда: друзья, я просто вам говорю, как Путин думает, я просто вам пытаюсь дать понять, как он мыслит. Для него нет стопов. Для него нет понятий политкорректности там, или здравого смысла вообще. Но тогда его заклевали, я спросила у него сейчас, извинился кто-то перед вами? Он засмеялся, говорит, да ну что? Извинился, но все поняли, что я был прав. Вот. Евгений Алексеевич, действительно ли сегодня это понимание пришло к миру? Кто такой Путин? Ну, вы знаете, не то чтобы пришло, но начинает приходить. Я на самом деле об этом тоже не раз говорил и в своих комментариях, и в каких-то своих публичных выступлениях. И говорил это давно. Вот знаете,
Мне тоже есть в чем покаяться, мне тоже есть в чем повиниться, но единственное, в чем я не ощущаю себя виноватым, так это в том, что хоть когда-то, хоть сколько-нибудь, хоть минуту, хоть секунду поддерживал Владимира Путина. Вот я был его открытым критиком, я ни минуты его не поддерживал с того самого момента, как... Собственно говоря, он появился на вершине российской власти летом 99 года, будучи сначала назначенным премьер-министром и провозглашенным Ельциным своим преемником. И дальше вот все эти прошедшие с тех пор уже почти 23 года. Вот в августе будет 23 года, когда мир увидел Владимира Путина и не ужаснулся. И, увы, мир даже обрадовался, ну, потому что в российских элитах была усталость из-за того, что Ельцин был болен, часто отсутствовал, не принимались подолгу очевидные назревшие решения, пробуксовывала работа государственного аппарата и всех органов, всех служб, из-за вот этой вот ситуации такого полубезвластия. И все были безумно рады, не все, но очень многие были безумно рады, что вот, наконец, в стране появился новый хозяин, знаете, его сравнивали с новым управдомом, который появляется в пришедшем в упадок доме, который начинает вызывать большое доверие и симпатию только из-за того, что он молодой, энергичный, ходит и говорит: так, здесь починим, здесь покрасим, здесь лампочки поменяем, здесь проводку новую сделаем, здесь там плитку переложим, здесь сантехнику поменяем, и все у вас будет замечательно. И уже и ничего потом не делается из обещанного, но уже, значит, какое-то доверие появляется в связи с тем, что вот изменился некий внешний стиль руководства. Но на самом деле мне странно, почему огромное количество людей не видели вот это вот ФСБшно-КГБшное начало в Путине. Не видели в нем человека жестокого и беспощадного и совершенно лишенного эмпатии. Хотя, послушайте, весь его приход к власти был, по сути дела, спецоперации, политической и военной. Давайте в который раз вспомним взрывы домов. Ну, послушайте, когда взорвался первый дом в Москве, а потом вслед за ним и второй, ну, только и полному идиоту было непонятно, что это все не просто так, что все это не случайно. И даже если мы не могли тогда найти прямых доказательств того, что это сделано при участии спецслужб, или непосредственно руками спецслужб. Я думаю, что там это было сделано при участии спецслужб, что исполнители были люди, которых использовали в темную, либо за деньги, либо, может быть, это действительно были какие-то исламские фанатики. Не в этом суть. Важно, что организаторами были сотрудники спецслужб. Я в этом совершенно не сомневаюсь, потому что главный вопрос, а кому это было выгодно? А выгодно это было только новому премьер-министру, нацелившемуся на пост президента, для которого вот возникший в обществе страх по поводу того, что а завтра может взорваться наш дом, и что надо скорее что-то делать, и правительство должно что-то сделать для того, чтобы укоротить руки террористам. И вот тут появляется человек, который говорит: всех замочим, если надо будет, и в сортире замочим, если в сортире поймаем. И дальше начинается жестокая, кровопролитная война в Чечне, вторая чеченская война. И вот на этой неделе был жуткий ракетный удар по вокзалу в Краматорске, где погибли десятки человек и сотни были ранены. И точно такая же история случилась как раз в начале той самой Второй Чеченской войны, когда точно так же точкой У ударили только не по вокзалу, а по центральному рынку Грозного, где тоже погибли десятки людей и сотни получили ранения. Причем там вообще невозможно было точно посчитать количество жертв, потому что во-первых,
многие тела были просто разорваны на клочки, а во-вторых, по мусульманским обрядам и традициям покойников нужно было похоронить в тот же день, и родственники сразу разобрали тела, и толком так и не было подсчитано, сколько тогда людей погибло, но представители властей опять стали говорить, как говорили тогда. Так вот, возвращаясь к тому, с чего вы начали, я хочу сказать, что, смотрите, сейчас наступает потихонечку прозрение. Смотрите, Вальтер Штайнмайер заявил, президент, тот самый президент, именем которого названа пресловутая формула Штайнмайера, и который был среди вот этих самых путерцверштайеров, которые стремились Путина понять, если не простить, то хотя бы понять, да, вот эти европейские соглашатели, вот Штайнмайер, наследник Шрёдера, ставший руководителем социал-демократов после того, как Шрёдер пошел работать в «Газпром», вот сейчас он в большом интервью Шпигелю сказал: «Ах, как я разочаровался». И Шольц уже говорит совершенно другие вещи. Он явно хочет дистанцироваться и от Шрёдера, и от Штайнмайера. И вот сюрприз преподнес Берлускони, который тоже буквально только что заявил, что глубоко разочарован в Путине. И таких разочаровавшихся будет все больше и больше. Я сейчас думаю, очередь разочаровавшихся выстроится. Значит, объявить о своем внезапно наступившем прозрении и разочаровании. Это все не случайно, потому что Путин перешел, наконец, множество красных линий, за которые, перейдя, любой государственный деятель, любой политик на Западе, в цивилизованном мире, становится изгоем. Я говорю сейчас о Западе в широком смысле этого слова, потому что к Западу относятся и Япония, и Австралия, и Новая Зеландия, и многие страны Латинской Америки и даже Африки. Все. Он военный преступник. И когда, знаете ли, президент США в открытую говорит и при этом подчеркивает, что он не оговаривается, что это не случайная вещь, а это совершенно сознательное заявление, что Путин должен предстать перед судом за свои военные преступления, это обо многом говорит. Смотрите, прошло, по сути дела, полтора месяца войны. И вот за полтора месяца мир изменился невероятным образом. Но, к сожалению, вот получилось так, что Путину нужно было начать эту войну и, к сожалению, совершить чудовищное количество злодеяний для того, чтобы, наконец, для многих людей стало ясно, чего он стоит на самом деле и какова природа его режима. Я говорил, что мне об этом много раз приходилось говорить публично, в разные годы, еще в начале нулевых. Вот я прекрасно помню, как я выступал перед немецкой аудиторией в Берлине. Мои знакомые немецкие дипломаты и журналисты устроили мне такое вот большое публичное появление в Берлине. Это был конец 2003 года. И я понимал, что я выступаю перед аудиторией глухих, которые вежливо меня слушали, но не аплодировали и смотрели на меня как на какого-то, ну, если не идиота, то во всяком случае человека, у которого, наверное, с головой что-то не в порядке, когда я объяснял им, кто такой на самом деле Владимир Путин. Я не хвастаюсь. Там, у меня, как говорится, все ходы записаны. Поднимите любые мои публичные выступления. Все где-то это сохранилось. Статьи, которые я писал в то время, потому что на телевидении у меня уже не было возможности работать с лета 2003 года. Я ушел в печатную прессу тогда в России.
Вот, достаточно посмотреть мои публикации того времени, чтобы убедиться в том, что я сейчас не пытаюсь выставить себя лучше, чем я был на самом деле. Но я прекрасно понимал, что существует колоссальная инерция восприятия Путина на Западе. Очень трудно западным политикам было понять, что этот человек полностью лишен, если угодно, вот этого самого человеческого начала. Не способен какой-либо эмпатии. Вот полностью не способен. Это человек, который способен совершить любые преступления, любые злодеяния, у которого нет каких-то моральных и нравственных барьеров, как мне кажется. Человек, который весь соткан из комплексов неполноценности, желания отмстить за какие-то прошлые унижения, которые ему пришлось перетерпеть в детстве, в юности, в зрелости. Вот отомстить за ту, покойному Собчаку за то, что он носил за ним портфель. Я об этом уже говорил как-то. Если кто-то скажет, что я повторяюсь, да, я повторяюсь. Вот вы представьте себе, Владимир Путин, который был не просто сотрудником КГБ, он в Ленинграде был сотрудником пятого, так называемого, пятого отдела Комитета государственной безопасности, точнее, управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, так это называлось. А внутри этого управления был пятый отдел, который отвечал за работу с инакомыслящими, диссидентами, правозащитниками. Путин проговаривается о том, что он занимался такими вещами. Проговорился он об этом давно еще вот в своей книге интервью, которая преподносилась как его мемуары от первого лица. Ну, на самом деле это был сборник интервью. И там вот он рассказывает об одном эпизоде, как мы, сотрудники ленинградского КГБ, там обвели вокруг пальцев каких-то диссидентов, инакомыслящих, которые собирались устроить какую-то там публичную акцию, специально рассчитывая на внимание иностранной прессы. А мы там их опередили, одурачили, обскакали, бла-бла-бла. Так вот, человек, который занимался как раз вот диссидентами, инакомыслящими, оппозиционно настроенной, если угодно, фрондирующей советской интеллигенции, который, безусловно, принадлежал Анатолий Собчак, покойный мэр Санкт-Петербурга, вот, у которого Путин начал сначала работать помощником, а потом даже заместителем. И вот я пытаюсь смоделировать эту ситуацию и вам предлагаю тоже над этим задуматься. Вот представьте себе, кадровый офицер КГБ, который в свое время был поставлен на этот ответственный участок партии и правительством, бороться с внутренней фрондой, бороться с инакомыслием, бороться вот с разного рода там гнилыми интеллигентами, которые там по кухням сидят, радио «Голос Америки» или BBC слушают, или, хуже того, какую-нибудь «Свободу», и под рюмочку водочки рассуждают о том, как бы нам вот переобустроить Россию, ну, тогда еще Советский Союз. И потом вот выясняется, что я маленький человечек с большим-большим портфельчиком, у которого сломалась карьера, который он пытался когда-то выстроить. Он мечтал стать, я не знаю, полковником, генералом внешней разведки. А вместо этого таскаю за вот этим вот недобитым антисоветчиком, Собчаком, который стал мэром моего города, таскаю за ним портфель. А он еще, может быть, широким жестом пиджак мне дает. Говорит: Володя, что-то мне жарко. Понеси пиджак мой, будь добр. А Собчак, я его знал, он был хороший человек, но не очень хороший политик. И барство в нем появилось предостаточно, когда он стал. Так бывает с людьми, которые неожиданно возносятся на высокие вершины власти. Вот грешен был покойник. Прорывалось в нем вот это вот начальственное такое вот вальяжное барство. И он действительно мог, не думая,
при этом хорошо относясь к этому самому молодому человеку по имени Володя, швырнуть ему пиджак. Знаете, какая это обида была? Как он внутренне сжимал зубы. И говорил, терплю это только потому, что даешь мне заниматься своими делами. Собчак же действительно давал Путину заниматься своими делами, обделывать там какие-то внешнеэкономические махинации, которые, по сути дела, заложили основу для, так сказать, помогли пройти период начального, первоначального накопления капитала вот этой самой группе его друзей и подельников по дачному кооперативу «Озеро», которые сейчас превратились в сильных мира сего в России. Вот все эти Ротенберги, Тимченко, Шамаловы и же с ними, которые стали сейчас мультимиллиардерами. Ну, правда, после того, как против них навводили санкции, из списков Форбса они, боюсь, уже давно пропали, но при этом груз санкций не на их плечи ложится в первую очередь. Это тоже не надо забывать. Груз санкций ложится на плечи маленького российского обывателя, который в итоге там за Путина и за всех его присных отдувается в результате всего, что сейчас происходит и с российской экономикой, и с российской общественной жизнью, и с российской повседневной реальностью. Но вот повторяю, западные лидеры в свое время всего этого не понимали. Не понимали ни путинских комплексов, ни путинских обид, ни путинской жестокости. Они исходили из того, что вот он человек. Что он человек, и что он политик. И что он живет по правилам. Вот понимаете, на Западе нельзя человеку быть преступником. Ну, не полагается так. Они живут по правилам, они живут по определенным, если угодно, шаблонам. Человек с криминальными наклонностями, с патологическими наклонностями психопата, социопата, он не может на Западе долго выдержать в политике. Как правило, его разоблачают очень быстро. Посмотрите на Трампа, у которого были и криминальные наклонности, и социопатические наклонности. Но у власти он не продержался, еще неизвестно, что его ждет впереди, потому что раскручивается сейчас в Америке расследование событий 6 января, и если будет доказано, что Трамп как минимум поспособствовал вот этому штурму Капитолия и погрому, который там был устроен его соратниками, то ему не сдобровать. Я не говорю уже про прочие обвинения, скорее криминального свойства, которые против него тоже выдвинуты и расследуются. Я имею в виду разного рода финансовые нарушения. Так что эта история еще далеко не закончена. Но факт тот, что система его отторгла. Отторгла его демократическим путем через голосование на выборах. А у Путина такой возможности не было быть отторгнутым через голосование на выборах, потому что первое, что было сделано в этой стране, это разрушение нормального института честных, прозрачных, конкурентных выборов. Но не только это, разумеется. Были разрушены, по сути дела, все общественные институты. Только-только стал становиться на ноги независимый суд. Появились суды присяжных, появились независимые судьи, появились прецеденты того, как оправдывают людей в суде, облыжно обвиненных в преступлениях, которые они не совершали, как разваливаются в судах государственные обвинения, выдвинутые против тех или иных людей, которые на самом деле ничего не совершали. А потом раз, и все. И независимое судопроизводство в России, не успев сформироваться, было разрушено совершенно окончательно. Знаете,
российское общество, оно как кладбище. Куда ни плюнь, надгробие. На надгробии написано независимая пресса, независимый суд, да Конституция тоже может быть написана. Конституция России может быть написана на одном из этих надгробий. Куда ни плюнь, все разрушено, понимаете? Это печально, но это факт. С этим надо жить. И Украине, украинцам надо строить свою политику, думать о своем будущем, исходя из вот этих вот реалий, как, впрочем, и лидерам Запада. Да, Евгений Алексеевич, это печально и страшно, то, о чем вы говорите. И вот спасибо за то, что сейчас так глубинно просматриваете, да, вот диагноз, диагностику. Не перехвалите меня, пожалуйста. Нет, это правда. Смотрите, я почему сейчас говорю, потому что это важно сейчас всем сосредоточиться на том, что мы слышим, потому что если мы будем работать с причинами болезни, то есть какие-то шансы ее преодолеть. И вы знаете, вы сейчас говорите, что Запад привык оперировать вот некими шаблонами. И я думаю, и точно так же и мировая журналистика. Вернее, ну не просто думаю, я-то знаю это точно, потому что был опыт у меня, и были шансы в этом убедиться неоднократно. Вот тоже оперируют некими шаблонами. Потому что вы сейчас вот описали время, когда на экранах, вот еще вы сказали, что привело к тому времени, да, когда на экранах вот только возник из вот этого незримого такого кремлевского закулисья, то есть тихий, некрупный, бледный блондин с аккуратным проборчиком, да, и тогда и мировая общественность, и мировая журналистика заволновалась, who is Mr. Putin, who is кто, да, все оживленно долбили этими клювиками по клавишам ноутбуков, и задавали вопрос пространства, потому что отвечать на какой-либо вопрос или даже понимать полученный ответ, в принципе, современные журналисты умеют не все, умеют плохо. Это еще одна беда наша, всеобщая. И, Евгений Алексеевич, вот сейчас вы сказали, через что пришлось пройти цивилизации и мир для того, чтобы прийти к пониманию, прийти к ответам на эти вопросы. И смотрите, вот вы вспомнили о Шольце, да? Действительно, после увиденного зверства в Буче, в Краматорске, да, значит, Шольц уже говорит о том, что да, эмбарго, значит, необходимо, и действительно мы, Германия может прекратить импорт российской нефти уже до конца этого года, а газа до 2024-го, вот Шольц пока заявляет так. Во Франции вообще вопрос эмбарго нефтегазового стал одним из краеугольных камней всей избирательной кампании. Сегодня первый тур выборов, кстати, во Франции. Ле Пен, как говорят обозреватели французские, имеет шансы стать фаворитом. Вот именно на фоне роста цен на все абсолютно во Франции, на фоне санкций введенных. И что вы можете здесь прогнозировать? Опять-таки, вы говорите, что очередь прозревших, она все длиннее и длиннее. И даже советчики, да, есть, которые стоят рядом с очередью. Мы помним Моровецкий Орбану. Пойдите к окулисту, господин Орбан, говорит премьер Польши. И если вы не видите, что происходит в Буче. Ну, возможно, и Орбан присоединится к этой очереди. Но все-таки, вот скажите, что вы прогнозируете? Прозревших станет, ну, все прозреют? Или собственные экономические интересы все-таки будут теми очками, которые будут разрешать что-то, да и не видеть? Вы понимаете, в связи с войной России против Украины, в связи с вооруженной агрессией путинского режима против украинского народа, возникла совершенно иная ситуация. Вот, понимаете, раньше мир жил по-другому, потому что, ну, аннексировали Крым. Все, в какой-то момент как-то не печально звучит, как-то не страшно звучит. Это перестало быть новостью. И мир переключился на другие темы. В том числе не имеющие никакого отношения к Украине. Значит, началась война на востоке Украины. Тема вернулась опять на первые полосы газет. В топ новостей на телевидении и радиовещании. Потом
когда война из горячей фазы перешла в фазу вялотекущую, войну на истощение, как принято говорить у военных, war of attrition, или там, скажем, позиционную войну, которая продолжалась там много лет, опять-таки эта тема погасла. В какой-то момент Сирия и события в Сирии даже вытеснули это на второй план. Но сейчас же другая ситуация. Каждый день приносит новую информацию, каждый день приносит новые сообщения о чудовищных зверствах, о разрушениях, о преступлениях против человечности, которые совершают российские агрессоры на территории Украины. И это дает постоянную подпитку общественному мнению, в том числе и во Франции. И думаю, что Макрон победит на выборах. Осмелюсь сделать такой прогноз. Разрыв во втором туре. То есть ясно, что во второй тур выйдут Макрон и Марин Ле Пен. И думаю, что во втором туре Франсуа Макрон победит Марин Ле Пен. Может быть, не с таким преимуществом и не с таким большим разрывом, как это было в предыдущих, во время предыдущих президентских выборов 5 лет назад. Время-то как быстро идет. 5 лет уж прошло. Как один день. Но я вам хочу сказать вот о чем. Что как вылечить Макрона от его желания все время там садиться с Путиным и о чем-то разговаривать, я не знаю. Честно говоря, думаю, что он не хотел менять свою линию поведения, чтобы не попасть под огонь еще большей критики во время предвыборной президентской кампании. Знаете, вот есть такой принцип в политике. Выбрал линию, держись ее. Взял курс, держись этого курса, потому что в противном случае тебя могут обвинить в слабости и шараханиях. Вполне вероятно, что после того, как выборы закончатся и Макрон будет переизбран на второй срок, его линия поведения изменится. Тем более, что, как говорят мне мои знакомые во Франции, практически все французские газеты просто издеваются над Макроном, над тем, как он вот сидит на краешке стула на другом конце огромного стола против Путина и еще пытается периодически ему звонить и его увещевать. Я не верю, и как многие не верят, в то, что с Путиным можно о чем-либо договориться. Я не верю в то, что Путину можно доверять и верить ему. Разговаривать, может быть, нужно, но какова конечная цель? Как можно разговаривать? Вот я вспоминаю, как кто-то из, простите, я вспоминаю, как один западный политик рассказывал в своих мемуарах о том, как он сидел за столом с Путиным и говорил ему о том, что Запад озабочен сообщениями о творящихся в Чечне нарушениях прав человека, а Путин ему отвечал, что никаких нарушений нет. И я понимал, что он меня обманывает, и Путин понимал, что я понимаю, что он меня обманывает, и я понимал, что Путин понимает, что он меня обманывает. Вот такая вот была многоходовка. Но не все западные политики были способны на такое понимание. Даже Меркель, вот меня поразила госпожа Меркель тем, что, казалось бы, когда-то заявив о том, что Путин живет в придуманном мире, в другом измерении, она, тем не менее, продолжала бесплодные попытки его увещевать, о чем-то с ним договориться, которые, на мой взгляд, никуда не ведут. Ох, Меркель получила сейчас порцию изрядную, конечно, оценок, и справедливых в большинстве своем, да, ее уж кем только не назвали за последние дни, начиная от хонекеровской комсомолки, там, и заканчивая
еще более нелестными эпитетами, которые сейчас не буду произносить, после того, как она устами своего пресс-секретаря фактически заявила о том, что не жалеет она ни капли о том, что не поддержали в преддверии Бухарестского саммита предоставление Украине ПДЧ. Правильно сделали, мол. Ну, собственно говоря, вот вся политика и выглядела Германии таким образом. И вот мы имеем то, что имеем. Евгений Алексеевич, ну, вы знаете, Ань, я вас перебью, но вот я недавно, несколько дней тому назад, обнаружил в нашем украинском еженедельнике НВ, ну, или, может быть, на сайте НВ в интернете, большую статью известной американской в прошлом журналистки, а ныне общественного деятеля, Кэти Мартон. Она в свое время возглавляла влиятельную общественную организацию «Комитет в защиту журналистов». Она была замужем за знаменитым американским телеведущим, ныне покойным, Питером Дженнингсом. В общем, она известный человек в вашингтонской элите. И вот она написала большой комментарий, пафос которого, скажем так, заключается в том, что нужно попросить Меркель вернуться из политического небытия, встретиться с Путиным и убедить его в том, чтобы он прекратил войну против Украины, и что, мол, Ангела Меркель является единственным западным политиком, который может повлиять на Путина. Ну, я это не комментирую, потому что я с этим совершенно не согласен. Я думаю, что как раз Ангела Меркель полностью провалилась в своих предыдущих попытках как-то повлиять на Путина. Но я просто хочу сказать, что эта публикация, повторяю, подробно можете найти ее на сайте NV.UA, свидетельствует о том, что все-таки подобные настроения на Западе существует, что по-прежнему не глупые, опытные, влиятельные люди тешут себя иллюзией, что с Путиным можно договориться, что Путина можно переубедить, что Путина можно заставить уйти из Украины. Я думаю, что прав Боррель. Обратили внимание на недавнее высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который он сделал после визита в Киев. Он же приезжал вместе с Урсулой фон дер Ляйен. Так вот, он сказал, что эта война должна быть окончена в результате победы Украины на поле боя. И сразу в Москве началась истерика. Соответствующими там заявлениями стали выступать всякие путинские подручные, вроде спикера Госдумы Володина или там безумной этой самой девушки Марии Захаровой, спикера российского МИДа, которая тут договорилась давеча до того, что там украинцы не захотели борщ делить. Видели, наверное, эту самую ее замечательную тираду, которая, по-моему, свидетельствует о том, что у нее точно не все дома, точно с головой не в порядке. Но, вы знаете, я думаю, что вот это вот заявление Борреля свидетельствует о том, что колоссальным образом изменилось вот это вот мейнстримное понимание происходящего на Западе, в Европе и в Америке. То есть давайте в памяти отмотаем 45 дней назад и вспомним, как накануне войны и в первые дни войны западные средства массовой информации, западные дипломаты, западные общественные деятели, западные политологи всерьез с горечью и состраданием говорили о том, что Украина, скорее всего, проиграет эту войну в ближайшие несколько дней, что Украине не удастся долго сопротивляться, что Киев падет, ну, не за 3 дня, но за 5 дней. Я это прекрасно помню. Что те же самые источники, американские, английские, писали, что все пропало, вот
через 5-6 дней Киев может пасть. Разумеется, они всегда прокладываются. Они люди опытные, они всегда прокладываются, что называется. Они всегда делают необходимые оговорки, употребляют глаголы в сослагательном наклонении. Но сама интонация свидетельствовала о том, что они не очень верили в возможность длительного сопротивления со стороны украинских вооруженных сил, со стороны территориальной обороны, вообще со стороны украинского народа. А получилось совсем по-другому. И теперь уже многие западные политики, которые трезво отдают себе отчет в том, что единственное хорошее решение – это уход Путина, что Путин должен уйти, и угроза миру и международной безопасности со стороны России может быть ликвидирована только одним путем. Если Путина не будет, политически или физически, как это уже отдельная тема, отдельный разговор, который мы обязательно... Делает ли он себе харакири, как в сюжете про Масяню, да? Или что-нибудь еще с ним приключится? Или он пойдет жертвой там, внутреннего заговора, переворота? Я, кстати, в это не очень верю. Или просто его медленно задушат экономическими санкциями и добровольным бойкотом. Вот обратите внимание, что там не только санкции, там и добровольный бойкот. Евгений Алексеевич, ну вот по поводу характера. Но, понимаете, в итоге-то главное, что от неверия в победу Украины многие западные лидеры перешли на совершенно другую позицию. Сейчас они страшно надеются на то, что руками Украины, руками украинского народа, руками украинских вооруженных сил, они сумеют решить те проблемы, которые они были не готовы, не хотели, боялись решить самостоятельно. Знаете, санкции можно было вводить и после Крыма. Санкции можно было вводить и после сбитого Боинга. Да санкции надо было начинать вводить после Грузии. Да, конечно. Санкции нужно было вводить после варварских бомбардировок Алеппо. А они миндальничали, хороводы водили с Путиным. Пытались там в очередной раз заглянуть к нему в очи и увидеть там что-то на дне этих очей. А там, как опять-таки, кроме слов КГБ, не помню, кто об этом сказал, кто-то из западных политиков, которые были поумнее и подальновиднее. Кроме слов КГБ, ничего там в этих глазах увидеть невозможно. Евгений Алексеевич, ну о чем речь? Конечно, надо было вводить их, как только появились первые намеки на вот те бесчинства, которые впереди могут возникнуть. Да, вот на первое покушение Путина на... не только на Украину, на Грузию, вы совершенно правы, но, знаете, действительно здесь в другую крайность, дай бог, чтобы не ушел мир, о которой вы сейчас говорите, предупреждаете, потому что, опять-таки, недавний мой разговор с Карлом Бильтом, он меня и порадовал, и отрезвил немного, потому что, когда мы говорили о возможности Финляндии и Швеции вступить в НАТО, ну, фактически, да, повлияли ли события в Украине на вот эти амбиции их и намерения. А господин Бильт, он этим так задумался, а потом говорит, ну, вы знаете, ну, во-первых, если будем вступать, то только одновременно, только вместе, а во-вторых, ну, конечно, предвосхищая реакцию России, да, понимая, какой она будет. А во-вторых, мы вот посмотрели на то, что происходит в Украине, и поняли, что Россия не так сильна, как мы думали. Мы увидели, что она слаба, по сути. Поэтому, да, совершенно верно, вот сейчас мир смотрит, поддерживает нас, кто оружием, кто санкциями, но соглашаюсь с вами абсолютно, что ждут, пока Россия будет вязнуть и гибнуть здесь, у нас, в Украине. К сожалению, вот многие заняли именно такую позицию. И я, кстати... Вот вы говорите сейчас о позиции одного американского лидера мнения. Я, кстати, на днях видела другую. В эфире CNBC была большая панель
дискуссионная. Одним из гостей был Ишингер, Вольфганг Ишингер. И вот ему был задан вопрос как раз-таки американскими журналистами и о Меркель, и о том, что ее фактически политика, да и политика ее последователей, она сдавала европейскую безопасность Путину. И через «Северный поток-2», и вообще через вот это желание, как вы говорите, заглянуть в глаза, увидеть там душу. И Ишингер ответил, да, вы знаете, да, говорит, но вы сейчас жестко с нами, с немцами, но очень оправданно, потому что Берлин до сих пор, как он сказал, «has not yet heard the shot». Да, то есть Берлин как бы не понял, что произошло официально. И он говорит, что очень тяжело проснуться после 30-летней, как он называет, love affair со статусом quo. Понимаете, вот эта любовная интрижка со статусом quo случилась и у Берлина, и, ну, и не только у него, судя по всему. И я надеюсь, что все-таки, знаете, что проснутся, и вот эта 30-летняя интрижка закончится разрывом серьезным, мощным и с последствиями. Я у вас еще хочу спросить, Евгений Алексеевич, о Сергейцеве. Простите, я думала, мы не будем говорить об этом. Неделю назад появилась эта статья, вот я ее распечатала, держу сейчас перед собой. Как, знаете, как такое распечатанное признание преступлений России и вообще ее намерений совершать их дальше. Значит, статья называется, если кто пропустил за эту неделю, что должна сделать Россия с Украиной. Я сначала подумала, что это, знаете, ну такой нацистский бред, такой манифест с окончательным решением украинского вопроса, который написан каким-то ничтожеством, мелкой сошкой и вообще недостойным нашего внимания с вами, обсуждения тем более. Но, Евгений Алексеевич, случайно услышала Юрия Швеца, который рассуждал вот совсем-совсем недавно об этой статье. И он вот что говорит. Он говорит, что вы поймите, я работал под крышей в ТАССе в свое время, а ТАСС, ну, это то, чем является сейчас РИА, Государственное информационное агентство, и все, что выходит, скажем так, на полосах РИА, на сайте, где угодно, в общем, под этой вывеской, все это пишется не у Сергейцева где-то в офисе, а это пишется, как говорит Швец, на Старой площади в администрации президента Российской Федерации. В общем, там каждая точка, каждая запятая выверяется тщательно. Вот именно поэтому я у вас спрашиваю, как относиться к тому, что там написано? Там написано о том, что они собираются на всех стереть с лица земли, уничтожить, что Украина должна еще вымолить себе прощение за то, что воспринимает Россию как врага, они нас будут перевоспитывать здесь. Ну, там жуткие вещи, просто сумасшедшего какого-то воспаленного больного сознания. Как к ним относиться? Как к бреду или как к реальным намерениям? Ну, вы знаете, мне кажется, что господин Швец, вы имеете в виду Юрия Швеца, да? Не путать с Леонидом Швецом, известным украинским блогером и комментатором. Вот есть Юрий Швец, который в прошлом действительно служил во внешней разведке КГБ, работал, по-моему, под прикрытием как раз ТАССовским в Нью-Йорке, а потом в итоге остался там и с годами превратился вот в оппозиционера и в этакого записного критика путинского режима. У него много подписчиков, у него, по-моему, несколько, есть у него и телеграм-канал, и YouTube-канал, и его выступления часто собирают очень большую аудиторию. Много лайков, много просмотров, много подписчиков. Тем не менее, я бы призывал всех относиться к его оценкам с некоторой долей скепсиса, потому что, опять-таки, можно привести немало примеров и случаев, как прогнозы господина Швеца не сбывались. Я вообще призываю и к тому, что я говорю, к тому, что ваш покорный слуга говорит, тоже относитесь с известной долей скепсиса. Скепсис – вещь вообще полезная. Подвергайте все сомнению. Но поскольку вы меня спрашиваете, я вам отвечаю, что касается вот этой чудовищной
статьи Тимофея Сергейцева. Ну, во-первых, надо иметь в виду, что Тимофей Сергейцев, как, кстати, и Владимир Путин, он человек Украины обиженный. Что я имею в виду? Что... Ой, простите, а у вас чего? Я прерываюсь. У вас свет пропал. Вы в темноте почему-то стали сидеть. Спасибо, да. Да, да. Видите, вот у нас все вот в таких условиях военного времени, да, но сейчас попробую я это чуть-чуть поменять. Да. Ага, а это я, наверное, мне нужно просто задернуть. Одну секунду, мы сейчас продолжим. Да, 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 вот да. Сейчас продолжим, и потом... Привет. Все эти. Я за то, чтобы не вырезать это, потому что вот как у нас. А вот все нормально стало. Вот как вы видите, вот это жизнь в условиях военного времени. Вот такие у нас. Жизнь в условиях военного времени. Окей. Так вот, я возвращаюсь на то место, где я остановился. Смотрите, он, Тимофей Сергеевич, человек, обиженный Украиной. В узких кругах политологического или, скажем так, политконсультативного сообщества Украины этого человека знают хорошо и давно. Он вместе со своим напарником или, так сказать, со своим подельником Дмитрием Куликовым подвязался еще в штабе у Януковича во время оранжевой революции. Вот там ходили многочисленные легенды о российских политконсультантах, которые якобы там все делали. Но на самом деле вот реальными российскими политконсультантами были вот эти вот двое. Мне рассказывали, что даже их кабинет находился прямо рядом с кабинетом реального руководителя той бесславной для Януковича предвыборной кампании Андрея Клюева. И они были его консультантами. Ну, результат известен, да. Вот эти самые ребята, которых за глаза называли не иначе, как Тима и Дима. Вот Тима с Димой потом еще накуролесили немало на украинской предвыборной площадке. Они еще там пару-тройку раз попытались поучаствовать в разных выборах с неизменным результатом, заметьте. Не буду называть сейчас имена украинских политиков, весьма известных, которые пользовались услугами этой сладкой парочки. Потом и на выборах 2010 года президентских, и на парламентских выборах 2012 года. Ну, в общем, деньжат они там немножко подзаработали, но в конце концов до украинского политикума дошло, что вот эти двое – это просто такие вот политологические Остапы Бендеры. И их, в общем, в какой-то момент из Украины погнали, поганой метлой. А на заработанные на вот этой ниве политического консалтинга в Украине денежки Тима с Димой со зла сделали фильм «Матч». Ну, это... Фильм, в котором Сергей Безруков, известный актер, по-моему, как раз тоже попавший во все санкционные списки за свою антиукраинскую позицию, сыграл одну из главных ролей. Это история вот про легендарный футбольный матч между немцами и игроками киевского «Динамо», вот так называемый «Матч смерти». История в значительной мере легендарная, мифологизированная, но тем не менее там она изложена. Самое главное, что этот фильм набит просто от начала до конца многочисленными украинофобскими штампами. Что он, по сути, не про футбол, а про украинофобию, которая сквозит там буквально в каждом эпизоде. Это явно был такой громкий хлопок дверью вот этой сладкой парочки в адрес Украины. И потом, вслед за этим, как раз когда уже произошел Крым, когда началась война на востоке Украины в 2014 году, не помню насчет Сергейцева, но насчет Тимофея Сергейцева не помню, врать не буду, но Дмитрий Куликов стал прямо вот записным таким вот телевизионным украинофобом, который громил Украину и украинцев на всех вот этих украинофобских пропагандистских телевизионных шоу и, возможно, до сих пор в этом принимает участие. Уж извините меня, у меня нет времени смотреть все эти
шабаши телевизионные от начала до конца. Если там происходит что-то из ряда вон выходящее, ну, смотрю потом фрагмент на Ютубе, не более того. Но, естественно, что тут как бы совпало, я думаю, желание вот это вот закоренелое, нереализованная обида украинофобского характера у этого самого Сергейцева и, возможно, социальный заказ, который поступил откуда-то сверху. Я не думаю, что, вы знаете, ему спустили текст, под которым нужно было поставить подпись. Я думаю, что ему поставили задачу написать это, что называется, от души. И потом выложили это для публичного обозрения. И дальше протестировать общественное мнение в стране и за рубежом. Как на это среагируют? Послушайте, Путин и его армия уже творят в Украине геноцид. И для того, чтобы этот геноцид продолжать, не нужно никакой статьи. Убийства, бомбежки, ракетные обстрелы, издевательства над мирным населением, все эти военные преступления продолжают совершаться. И без поддержки Сергейцева. Я думаю, что это был какой-то такой вот социологический, психологический эксперимент, вот посмотреть на то, как на это общество среагирует. Потом, чтобы рассказывать истории вроде, а мы думали, что в Украине нацистов чуть-чуть. Так вот, на самом деле вот о том, что оказывается, чуть ли не все украинцы нацисты, об этом же заговорила еще до Сергейцева пресловутая Маргарита Симоньян. Так что ничего нового тут нет. Тут попытка оправдать чудовищные преступления, которые совершаются в Украине. Вот еще раз повторяю. Все эти заявления, все эти публикации, они рассчитаны только на то, чтобы хоть как-то оправдать преступления, которые творят русские войска на территории Украины. В основном перед собственными гражданами, перед собственными обывателями, ну и, возможно, перед частью жителей других стран, которые, ну, традиционно настроены сильно пророссийски. Потому что есть пророссийские настроения во многих странах Европы, из той же Франции, и на них, собственно говоря, косил глаза, образно говоря, Франсуа Макрон. Вы знаете, вот все эти истории, все эти страшилки, они рассчитаны только на то, чтобы в глазах части российских обывателей, в глазах части европейцев, а в некоторых европейских странах, ну, нравится нам это или не нравится, но есть достаточно сильные пророссийские настроения, которые Путин никакими своими художествами поколебать не смог. Вот, чтобы оправдать их, вот появляются такие публикации или такие заявления. Вот знаете, я вам могу такую параллель провести, что об этом мне рассказывал замечательный украинский историк, который давно уже, к сожалению, живет не в Украине, а в Германии, Андрей Портнов, не путать с тем Андреем Портновым, который был советником Януковича по всяким там, советником по всяким правовым и судебным делам, и, по-моему, заместителем главы администрации при Януковиче. А вот есть его полная однофамилия, тоже Андрей Владимирович Портнов, замечательный, повторяю, украинский историк, который, к сожалению, в свое время вынужден был уехать из Украины, спасаясь от гонений при Януковиче. Ну, а так там и остался, работает в Германии, говорят, на его лекции по истории Украины собираются полные аудитории. Вот он мне в свое время рассказывал интересную вещь, что демонизация Степана Бандеры началась в 60-е годы.
О существовании его многим было известно и до того. Но вот демонизация Степана Бандеры началась именно в 60-е годы, после того, как убийца Бандеры Богдан Сташинский неожиданно сбежал из СССР и попросил на Западе политическое убежище. И рассказал все про то, как он совершил покушение на Бандеру, а до Бандеры, как он убил с использованием боевого отравляющего вещества, пистолета, стрелявшего парами цианистого калия, как он убил другого лидера украинской политической эмиграции Льва Рыбака. Только после того, как появились неопровержимые данные о том, что убийство Бандеры было спецоперацией КГБ, только после этого сие стало окончательно известно и понятно всему западному миру. И это было тогда громкое сенсационное событие. И чтобы и получалось, знаете, как же так-то? Вроде Хрущев и его люди, они отказались от сталинского наследия, они там разоблачили культ личности, они там устроили оттепель, Советский Союз начинает жить там какими-то другими понятиями, другими категориями, меняется все к лучшему, там книги, фильмы разрешают. И вдруг, батюшки, святушки, оказывается, он продолжает заниматься политическим терроризмом, как и раньше, в самые худшие сталинские времена. И вот для того, чтобы оправдать это хоть как-то, началась демонизация Бандеры для того, чтобы потом пропагандисты советские могли говорить, ну вот, понимаете, у него руки были по локоть в крови, и мы поэтому, вот у нас не было выбора. Иначе, как вот, условно говоря, наказать его за преступления и злодеяния, которые были якобы им раньше совершены. То есть это тоже вот была такая акция. Вспомните, у нас не было другого выбора. Вот эта вот тема «у нас не было другого выбора», она повторяется спустя 60 лет, образно говоря, для того, чтобы самооправдаться, чтобы зачистить следы своего негодяйства. И это было и раньше. Вот смотрите, в свое время... Ничего нового тут нет, когда вот российские пропагандисты начинают рассказывать про то, что это все делают бандеровцы, это все делают националисты. Мы вообще ничего тут не делаем и по гражданским целям не стреляем. И вот эта вот даже надпись за детей, которая была обнаружена на останках ракеты, взорвавшейся в центре железнодорожного вокзала в Краматорске, это тоже так называемое активное мероприятие, так называемая спецоперация, рассчитанная на то, чтобы одурачить общественное мнение. И ничего нового здесь нет. Я об этом хочу еще раз сказать. Смотрите, в 43-м году, когда были обнаружены захоронения польских военных, расстрелянных НКВД под Катынью, да, то же самое сначала... Немцы обнаружили эти захоронения, а потом уже, после того, как немцев оттуда выбили, появились советские войска, советские спецслужбы, и начали всем рассказывать, что это немцы расстреливали здесь пленных поляков. Когда Советский Союз вторгся в Венгрию, когда он вторгся в Афганистан, там, когда он вторгся в Чехословакию, там тоже были какие-то специальные придумки. В Венгрии пытались захватить власть американцы. Американские спецслужбы готовили военный переворот. И уже он начался. И в 68-м году американцы тоже собирались захватить Чехословакию. И оторвать ее от Варшавского договора, от Совета экономической взаимопомощи. И только для того, чтобы избавить Чехословакию от внешней угрозы, мы вынуждены были туда послать войска. И в 78-79 году точно так же все события в Афганистане оправдывались необходимостью не допустить того, чтобы Афганистан превратился якобы там в базу для натовских вооруженных сил,
А иначе бы туда пришли американцы и построили бы там пусковые установки своих ракет, хотя американцы там в страшном сне не имели никаких подобных планов. И так все время дальше. И вот даже в истории, которую я вспоминал, то же самое. Чеченские войны, первая и вторая, все злодеяния, все то, что творили там русские войска, всякий раз оправдывалось либо тем, что у нас не было выбора. Кстати, к сожалению, были даже вполне уважаемые мною люди, работавшие тогда на ельцинскую администрацию президентскую, которую, там, скрипя сердце с выражением лица, которое бывает у людей, которые сосут лимон, вот рассказывали про то, что не было выбора и нужно было туда послать войска для того, чтобы восстановить конституционный порядок. А потом боролись с террористами, которые взрывали дома, рассказывали про то, что ракета, прилетевшая на центральный рынок города Грозного и уничтожившая там десятки, сотни людей, на самом деле это была не ракета, это был взрыв боеприпасов, которые чеченские террористы спрятали на центральном рынке, рассчитывая на то, что там их никто не будет искать. И в результате неосторожного обращения все это взлетело на воздух. И в истории с Крымом мы прекрасно же помним страшилки, которые распространялись российской прессой про то, что якобы какие-то там головорезы из правого сектора уже направлялись колоннами, целыми поездами, эшелонами ехали в Крым убивать и грабить бедных русскоязычных жителей полуострова. Помните же прекрасно все эти истории, да? А в результате это что мы имеем на самом деле? На самом деле мы имеем сотни, тысячи свидетельств злодеяний, расправ кровавых над мирными жителями. В разных городах и селах Украины, которые совершили орки. Иначе их мы их уже и солдатами называть-то не хочется. Чистые орки. Орда и орки, которые убивают, грабят, насилуют. Грабят, убивают, насилуют. Насилуют, убивают, грабят. Вот такие дела. Да, обыкновенный расизм. Это, знаете, если кто-то снимет фильм об этом, вот, наверное, его назовут так, переиначив другое название другого фильма. Евгений Алексеевич, на... Кстати, вы хорошо, что здесь у нас с вами получится хорошая точка, потому что ведь на самом деле покойный кинорежиссер Михаил Ром, один из самых выдающихся современных кинорежиссеров, не в масштабах бывшего Советского Союза, классик, можно сказать, мирового кинематографа, снявший вот этот вот гениальный фильм «Обыкновенный фашизм». Ведь он благодаря этому попал в опалу. Его вызывали в ЦК КПСС, в Политбюро. И тогдашний главный пропагандист Советского Союза Михаил Андреевич Суслов спрашивал его: «За что же вы нас так не любите?» Потому что все поняли, фильм был не только про гитлеровский фашизм. Фильм был про фашизм вообще. И когда Ром рассказывал о идеологии, теории и практике фашизма, между строк его авторского закадрового текста, он сам озвучивал закадровый текст к этому фильму, который, кстати, всем советую пересмотреть, очень четко прочитывалось, что в Советском Союзе вызревает постепенно то же самое. Потому что вот этот вот путинский расизм, он не на пустом месте возник. Он возник в том числе и благодаря всему, что происходило с советским народом, с русским народом, с российским народом на протяжении более чем 100 лет последних. Потому что основы того, что мы имеем сегодня, то, что мы наблюдаем сегодня, вот корни этой жестокости, этого безумного разгула, кровавого разгула, этой человеконенавистнической политики,
Они там, в прошлом, и в гражданской войне. И вот совершенно справедливо известный политолог, политический консультант украинский Александр Харебин написал в своем Фейсбуке, вот буквально на днях, цитату из книги Сергея Мельгунова, историка, эмигранта начала прошлого века, который написал классическую книгу «Красный террор» про большевиков. И вот там есть описание того, как прогнавшие из Киева большевиков деникинцы пришли в здание, где находилась ЧК, где совершались массовые расправы над мирными жителями Киева тогда, в 19 году. И пришли в ужас, найдя там море крови запекшееся, куски человеческих черепов и изуродованные трупы людей, сотни, которые лежали там же, в какой-то соседней пристройке. Ужас. Это вот тогда началось. ЧК, красный террор, расправы, ГУЛАГ, массовые репрессии. Жестокости времен Второй мировой войны, когда бабы новых нарожают, когда сотни тысяч военнопленных советских были брошены на произвол судьбы, когда от них страна отказалась, когда людей тысячами посылали на мины разминировать своими телами проходы для танков, когда тот же самый Киев освобождали. Никогда это было возможно, а в годовщине очередной великой октябрьской, так называемой, социалистической революции Сталин распорядился, чтобы к 7 ноября 43 года Киев был взят. И ради этого положили сотни тысяч солдат, как и потом положили сотни тысяч солдат, чтобы Берлин взять к 1 мая. И вот все это, включая и репрессии, и войну в Афганистане, и подавление революции в Венгрии и в Чехословакии, и все это происходившее на фоне замалчивания всего этого, на фоне какого-то там духовного обнищания, на фоне того, что людям вдалбливали в голову при этом, что мы самые лучшие, у нас самая великая культура, у нас самая великая литература, мы первыми полетели в космос, мы то, мы сё. Мы самые белые, пушистые, гениальные, замечательные. Вот это и привело к тому, что появился вот этот вот комплекс вседозволенности, комплекс великого народа, великой нации, которому дозволено все. Примерно так же было с Гитлером, примерно так же было с немецким народом. И да, у немецких граждан был тяжелый период, который длился много десятилетий, период денацификации, который гражданам России, или, скажем так, российским обывателям еще предстоит пройти, и он растянется, я думаю, на несколько десятилетий, как минимум. И, кроме того, да, в Германии были замечательные люди, писатели, поэты, художники, ученые, которые из гитлеровской Германии эмигрировали, как сейчас много достойных людей эмигрировало из путинской России, но им приходилось терпеть, на них распространялось предельно негативное отношение, если не сказать там, открытая ненависть со стороны разных других людей в разных странах мира. К сожалению, это сейчас приходится переживать и выходцам из России, русским эмигрантам. И я им всем говорю, господа хорошие, терпите. Терпите. Сейчас не время жаловаться. Сейчас время молчать. Придет время, разберутся с вами. И вы сможете там поговорить о том, что не все из вас молчали, не все из вас не сопротивлялись. Были и другие, разные были. Но сейчас время молчать и терпеть. Евгений Алексеевич, мы с вами еще, я уверена, поговорим
и о русской эмиграции, да, о нынешней, сегодняшней вот этой волне. И, безусловно, я надеюсь, что наши встречи с вами будут регулярными, потому что, знаете, ну столько тем осталось не раскрыто, что нужно еще встречаться, нужно говорить. А то, что на любое злодеяние всегда находилась и причина, и оправдание, вот вы сейчас это очень нам хорошо объяснили. И, конечно же, мы понимаем, что природа человека, она такая, что всегда хочется гордиться, всегда хочется верить. Просто кто-то верит в Бога, в себя, в страну свою, а кто-то, ну, я не знаю, в Ленина и всемирный НКВД. Сегодня, наверное, в России тут даже в Путина и тут сумасшедший расизм, который сегодня, да, ну, ужасающим образом просто расцветает жуткими цветами, и жуткие плоды будут. И спасибо вам огромное, Евгений Алексеевич, за то, что поговорили о таких непростых, но таких важных вещах. Обязательно продолжим наш разговор очень скоро. Обещаю. Спасибо, я всегда к вашим услугам. И всем спасибо, кто нас сегодня смотрел. Спасибо. Евгений Киселев, друзья, был с нами. И говорим до скорых встреч.